непочтительность. Мне было показано, что святое имя Божье надо произносить с почтительностью и благоговением. Некоторые небрежно и бездумно используют в молитве словосочетание «Боже всемогущий», и это неприятно Господу. Такие люди не имеют ясного представления о Боге и истине, иначе они бы не говорили столь непочтительно о великом и страшном Боге, который вскоре будет судить их в последний день. Ангел сказал: «Не соединяйте эти два слова, ибо страшно имя Его». Осознавшие величие и святость Бога будут употреблять Его имя со святым благоговением. Он обитает в неприступном свете, и никто из людей не может увидеть Его и остаться в живых. Я увидела, что церковь не сможет процветать, пока этот недостаток не будет исправлен.